Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня мы с вами будем красить наши волосы. Видео сегодня будет экспериментальное, потому что сегодня, помимо того, что я буду классическим способом Лондой 1281 красить свои корни, у меня уже корни отросли, по длине мы будем тонироваться вот такой вот масочкой. Что я могу сказать по поводу этой маски? Маска из фикс прайса, кстати, и... Кто-то мне прям в комментариях советовал, что она супер классно убивает желтизну и реально делает очень красивый цвет. Что-то подобное я уже пробовала и реально убивает желтизну и делает этот перламутр красивый. У меня еще есть тоже вот такой вот платиновый. Он, кстати, тоже очень хорошо прибивает желтизну и дает хороший оттенок. Вот, я не хочу красить и тонировать волосы по длине, краской, да. Я хочу это делать вот какими-то такими масками. В общем, сегодня мы с вами покрасим корни и затестим вот такую маску из фикс прайс. Кому интересно, оставайтесь. Итак, что с моими волосами? Сейчас они у меня, конечно, грязненькие, естественно. Вот так отросли корни. Сейчас я буду проходиться по корням, прям краской, да, на 12%. Вот такой вот у меня капус использую. Говорят, что нет разницы, какой фирмы использовать, оксид. И за 399 рублей я купила красочку Лондо 1281. Очень красиво делает холодный оттенок корней без желтизны. Я довольна. Я всего лишь половину пачечки, 1:2 буду делать, половинку пачечки, да, я немножко с захлёстом еще это делаю все это. И все, после того, как мы походим уже, все это дело смоем, потом я буду делать по всей длине вот эту маску, и мы с вами посмотрим. Бальзам-ополаскиватель для светлых волос с платиной Белита. Кстати... А может быть, Белита как раз-таки? Когда мы были в Беларуси, это в фикс-прайсе в Беларуси я покупала, одна из подписчиц написала мне, что вот, типа, обалденный, по-моему, Белита. Фирма белорусская. А давайте посмотрим производство. Беларусь, да. По-моему, Белита, она говорила. И прям даже фотку показывала, но на фотке прям очень похоже вот эта вот мамочка. Так, у меня там на фоне, как всегда, ну, понимаете, дом новый еще, да, поэтому ремонты идут, я не буду сильно задерживаться. Сейчас разведу пока краску, вернусь, может перестанут гудеть. Все, я развела 30 краски и 60 оксида. Сейчас все это дело как следует перемешиваем. Краска Лондо мне не нравится тем, что очень тяжело она перемешивается. Меня это бесит. И еще лайфхак, мне как бы говорили, чтобы сильно не воняла краска аммиаком, лучше это все как раз перемешивать на балкончике там, да, на улице. Вот у меня частный дом когда был, я вот так вот выходила на улицу, и на улицу все перемешивала. И аммиак, он быстро так выветривался, и потом тебе, пожалуйста, уже крась без лишних ароматов неприятных. Вот сейчас вроде бы пока болтала с вами, нормально размешала быстро. Но она густая, она не течет, в этом есть свой плюс, конечно, краски. Но в то же самое время расход, мне кажется, больше, если краска густоватая сильно. Короче, сейчас буду красить сама себе. Сзади, возможно, не прокрашу как следует. Маму не стала звать, напрягать лишний раз. Она недавно была у меня, привозила мне лекарства. Короче, решила сама сегодня. Многие разделяют волосы, я, короче, сильно не разделяю волосы, я начинаю красить вот так вот сверху. Может быть, вас в зеркало направить? Попробую. Я в зеркале никогда не красила, не знаю, надеюсь, у меня лицо не кривое, у меня вообще асимметричное лицо, и в зеркале порой смотришь, а зеркало вроде нормальное, не сильно заляпное. Короче, еще майку я взяла, которую мне, честно говоря, жалко, если она вдруг заляпается, но благодаря тому, что краска на самом деле не... Ну, густая, как, то есть не, а густая, господи. В общем, я надеюсь, что ничего не капнет, потому что я что-то не нашла. Меня аж бесит. Ничего не нашла. Ну, я долго не искала, конечно, но... Я начинаю красить вот так вот, прям сверху. И сразу так, раз. Сначала я делаю вверх, потому что это самое важное. Красивое должно быть. Вперед. Фасад. Помните Кристинкин лайфхак? С одной стороны только красим и типа больше набираем. Но я не буду так делать.
С двух сторон буду красить. Вообще, мне кажется, раз через раз можно вот так вот красить себе чисто фасад, а сзади там как придется. А, ну, как бы, через раз звать кого-нибудь, чтобы вам прокрасили зад. Ну, в плане, вы поняли, да? Заднюю часть волос. Семенную поверхность. А то подумайте еще в прямом смысле. Когда-то купила вот эту кисточку профессиональную просто. Это, конечно, небо и земля по сравнению с кисточками из фикс-прайса или каких-нибудь дешевых магазинов, таких пластмассовых. Здесь вот прям кисточка, если пластмасс, то он мягенький. То есть она гладит волосы. А вот из фикс-прайса и какие-то такие некачественные кисточки, они дерут волосы, царапают, лохматят их. Поэтому от кисточки много зависит, девочки. Мне прям приятно красить хорошей кисточкой. Когда я кого-то крашу, мне удобно разделять на зоны все это. Когда я крашу себя, мне удобнее делать вот именно так, как я сейчас делаю. Сейчас прям на ощупь иду. Руками вот протрагиваю, что там у меня осталось. И в другую сторону теперь поехали. И вот когда я сделаю фасад, мне уже легче. Сначала, кстати, я прохожусь тоненько, довольно экономно. Потом я смотрю, если у меня краска осталась, то я обязательно еще вот здесь вот поверху пройдусь. Так, покрасила все это дело. Теперь надо взять зеркальце и проверить, где там я что еще не прокрасила. Пройдем вот здесь везде. По кругу. Это вот мы хвостик делаем с вами, да? Чтобы здесь все было красиво. Наугад вот так вот прохожусь вот тут. У меня еще осталось краски здесь совсем чуть-чуть. Ну, ладно, когда буду смывать, чуть-чуть все-таки проэмульгирую, наверное. Я думаю, все, я уже намазала везде, так что теперь ждем. 50 минут я жду обычно. Так, ну что, мои хорошие, у меня какие-то суперфиолетовые корни, посмотрите. Видно, да, вам сбоку вот здесь? Обалдеть просто. Короче, сейчас немножко проэмульгирую, еще чуть-чуть, 3 минутки буквально, и смываю, и потом мы будем с вами вот экспериментировать с маской. Сколько ее надо? Применение. Нанести на чистые влажные волосы, оставьте на 10-15 минут, затем смойте теплой водой. Я боюсь, чтобы вот эта полоска белая, которая у меня вот здесь вот проходит, осветленная, она берет на себя больше всего пигменты, чтобы она снова не выделялась. Она мне не нравится, когда она выделяется, явная пятнистость какая-то идет. Короче, минут 10-15, ну ладно, подожду, 10-15. В общем, чтобы вы более-менее в курсе видели, что происходит, поставлю вас сюда. В общем, теплая вода. Открываем сразу. Вот такое вот оно там. Пахнет вкусно. Сначала я просто смываю. Ой, холодная. Кстати, кто-то спрашивал меня, как ты сиреной эмульгируешь. Вот. Мы просто намочили волосы, а потом вот это с корней все. Как бы по всей, как шампунькой. Да? Как шампунькой. Вот это называется эмульгация. Кто не знал. Просто мне задавали вопрос. Где их писали? Как ты эмульгируешь? Берем шампунь. Пусть вот этот у меня будет. Так, все, теперь мы берем нашу маску. Чуть-чуть выжму еще. И прям наносим ее. Длине. Жидкая такая. Прям волосы лучше выжать. Я обычно хорошо выжимаю, кто-то мне сказал, выжимать не надо. Но она жидкая маска. Не знаю, как-то странно. Странное ощущение, но надо подождать. 10-15 минут и посмотреть итог. Ну, как маска, она работает хорошо. Смотрите, видите, волосы у меня сквозь пальцы проходят идеально.
общем, все. Ждем 10-15 минут. Смываем. Вот так закинула наверх и жду. Мне не нравится, видите, корни такие вот, они как длина. А вот здесь прям есть вот прям темная. Вот и темная, это вот моя полоса, которая на себя берет много пигмента. Блин, надеюсь, она не будет фиолетовая. Бесит. Что, мои хорошие, выходим на финишную прямую. Посушила волосы. А еще знаете, что у меня есть? А где она есть? У меня же еще такой спрей есть, синий. Вот он. Вот он. Помните, вы говорили, что за спрей там? Вот я его пшикнула буквально и показала вам кончики. Он так желтизну убивает. Пипец. Сейчас мы посмотрим, короче, как эта маска убрала желтизну. Если что-то будет не хватать, то мы прям попшикаем еще вот этим спреем. Так. Смотрим, что у нас. Ну, я вижу, корни красивые, все. Видите, без желтизны. Даже холодный отлив есть. То есть вот люблю я эту краску, что не нужно использовать, ну то есть не нужно красить, осветлять сначала. Ну, то есть на мой уровень вполне себе подходит эта краска без осветления. Ну просто на 12 взяли, сделали и все. Потому что мне скидывают иногда девчонки, да, вот такой вариант окрашивания, вот другой вариант окрашивания. Вот сегодня, кстати, девочка мне одну скинула. Мы переписываемся с ней, скинула мне вариант, как девчонка красит волосы. Но она сначала осветляет там каким-то осветлителем блондой, да. Потом она там же видео осветлилась, показывает желтые корни, да, у нее волосы такие на 8-м уровне где-то осветление. Ну, такие, довольно темный блонд. Вот. И у нее такие желтые корни. Она говорит: пойду я передохну, чай попью, там еще что-то, а потом продолжу. Вот мне растягивает на полдня вообще-то никак. Вот сейчас я с вами быстро-быстро намазала, пошла там сериал посмотрела, видео смонтировала за это время. Вернулась, быстренько все смыла. Сейчас посушу и уже красавица. Зачем нам все это так сильно затягивать долго? Осветлей, потом затонируй. Не хочу. В принципе, на мокрых кажется вообще все вот одинаково сейчас. Давайте расчешу специальной расчесочкой для мокрых волос. Ой, вообще идеально. Вот сейчас смотрю. Посмотрите, корень с длиной просто идеально. Никаких нету переходов. Гляньте. Нет вообще никаких переходов. Неужели? Моя формула идеальная. Добывала желтые корни. Вообще класс. Посмотрите, я расчесываю. Не, ну вот белую видно, но ее не сильно видно, блин. Она вообще беспалевная. А эту полоску я решила, знаете, ну, не заниматься там вот это вот осветление, чистки, там все дела. Она сама слезет как надо. На самом деле она не сильно видна, если не... ну вот этот пигментами серыми не забивать ее. Она тогда... ну, думаю, что за звук? Я там видео смонтировала, после того, как я смонтировала видео, там реклама начинается. Цитка. Что такое? Блин, ну сейчас я смотрю просто идеалиссимо какое-то просто. На мокрых волосах, девочки. Обычно на мокрых не смотрят. Посмотрите на мокрых. Как круто. Корни. Просто. Я счастлива. Так. Что я хочу сделать? Термозащиту сделать. Кстати, девчонки, мне кажется, что вот этот вот спрей, который я вам рекламировала, все Леката, он чуть подиспортился, мне кажется. Ощущение такое, что раньше легче расчесывались волосы, а сейчас я пшикаю, как будто водичкой какой-то. Поэтому я и купила себе, кстати, другой, вот такой вот. Но по ощущениям они одинаковые вообще. Поэтому я даже не знаю. То ли я что-то непонятно, то ли волосы мои изменились, то ли что. Запах приятного только у этого соса. Так, ну все, сушимся и смотрим результат. Так, я решила кусочек засушить, чтобы показать вам, что у нас получилось. Вот, видите, как бы оттеночек есть, желтизна чуть-чуть приглушена. Да, то есть это можно видеть. Корни шикарные, без желтизны, даже, мне кажется, с каким-то прям вот вообще русым таким пигментом каким-то, да, но оно очень круто смотрится в общей вот так вот, да, шикарно вообще. Ну вот она длина, вот.
Я просто почему сейчас показываю, потому что я хочу попшикать вот этой, вот этим средством. Может, даже вот сюда его попшикать и сравнить. Ну, хочется еще похолоднее мне сделать цвет. Так. Сильно, я думаю, он мне охладит. Ну, что-то хочется мне похолоднее, похолоднее. Люблю я холодный оттенок блонда. Конечно, у меня фасад хорош. Вот здесь внизу, конечно, вы видите, да? Здесь желтоватка. Ну, как бы, главное, видео я вам буду снимать хорошее. А потом же мама придет, я ее попрошу мне это прокрасить все сзади. Сушим дальше. Та-дам! Все. Вот смотрите, сейчас при свете можно видеть, какой красивый оттенок, холодный, да? Вот я вот так вроде бы сушу волосы, вижу только корни классные, да? Что они без желтизны, ни капли желтизны вообще нет на корнях. Это просто мега круто. А по длине думаю, да нет, ну что-то желтоватое такое, как бы это. А сейчас камеру включаю, и на камере я вижу вот этот оттенок, холодный. Конечно, он не сильный, он даже не холодный, он просто прибитая желтизна. Вот прибитая желтизна, как видите, да? Если, я думаю, этим бальзамом воспользоваться еще раз, или вот этой пшикалкой еще раз, то оно будет все более холодное и холодное. Но вот, по-моему, самый кайф это вот так. Сейчас сзади покажу. Так, обычно вот так. Вот. Ну, как бы я не думаю, что надо ворошить там сзади все, да, что там у нас получилось такое. Ну, понятно, что чуть-чуть желтоватый сзади цвет у нас. Хотя я здесь напшикала, сейчас видите, и прям оттеночек такой, ну, не желтый кажется, да, вполне себе нормальный, и сзади даже, ну, внутри вот здесь. А пока были мокрые какие-то, были ужасные волосы. В свете дня показываю, вот, вышла на балкон, чтобы вы понимали, что это идеальные корни. Насколько это идеальные корни, чтобы вы видели. Видите? Ноль желтизны. Ноль просто. Счастлива я. Короче, вот такая красота получилась. Кстати, я специально дождалась, когда у меня закончатся дни, чтобы покрасить корни. И вот эта краска Лондо 1281, она непредсказуемая. Она в разные моменты ложится по-разному. То есть реально может быть желтизна. И как-то я и красила, и была желтизна. Может быть, был день овуляции. Это что же влияет, когда гормоны там немножечко что-то с ними. И вот иногда оно кладется вот так прям супер. Иногда оно кладется очень холодно. Иногда видна желтизна. И вот не так. Ну, короче, раз-раз не приходится. Вот сейчас легло все просто идеально. Вот. Но эта краска все-таки прям номер один из всех, я бы сказала, которыми я когда-либо красила корни. Вот. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если так, ставьте лайк. О, вот что я хотела недавно сказать. Пока сушила волосы, я вспомнила, что мне приснилось. То ли этой ночью мне приснилось, то ли прошлой. Ну, просто у меня сейчас... Что я себе обрезала волосы, знаете как? Просто взяла вот так вот, подняла, короче, вот так, и прям вот так вот чиканула, чик, чик. И вроде мне одновременно жалко волосы, а с другой стороны думаю, ой, надоело все, обрежу, хочу что-то новенького, прикиньте, да? И потом я вижу себя, что у меня как будто вот здесь макушка такая обрезанная, ну как бы такие, как у мамы. Такой вот немножечко, да? А здесь отсюда как бы длина такая идет, а у меня длинные волосы уже до задницы были, прикиньте. И в целом оно смотрится так густо, знаете, волосы. Но факт, что здесь они короткие, а здесь они длинные. И все такие, Селена, ты чё? Мы в шоке, там, как можно такие волосы обрезать? Мне и самой как-то вот внутри было, короче, непонятно. Я, видите, проснулась и забыла, а сейчас просто сушу волосы и такая... И такая сушу и думаю, ой, как волосы отросли уже. И вспоминаю этот сон, как я чеканула их. А. Короче, все. Любуюсь я, любуйтесь вы шикарными корнями, моим красивым цветом волос. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.